Ребят, всем привет! Сегодня заехал я в Шауляй, город Шауляй, в Литве у нас. Тут есть шикарный зоомагазин. Посмотрите, какие офигительные скаты плавают тут. У меня очень печальный опыт со скатами. Наверное, все-таки я еще не готов как аквариумист содержать скатов, ухаживать, поддерживать. Ну, какие тут скаты, мы смотрим, да? Какой интересный, посмотрите, аквариум дизайн сделан. С вами обойдем кружочек, посмотрим. Извиняюсь, что снимаю днем, потому что съемка днем не такая, конечно, эффектная. Ну, как можно с катика посмотреть. Чуть ли не потрогать. Diamond называют его вроде. Кислородик стоит, коралловая крошечка. Подмена воды хорошая, вот у нас. Все продумано, все сделано, ну, само собой, то есть будет сделано все по высшему пилотажу. Вот, и эти. Да, скаты это королевская рыба. Это очень-очень красивая. Опять же, скатам нужен объем. Маленьком они жить. Может быть и будут, но не будут развиваться. А это просто идеально. Если честно, такой аквариум круглый, с такими стеклами, я еще не встречал. Хотя много где снимаю, показываю. Опять же смотрю, снимаю, показываю, а сам, знаете, как говорится, заворожен. Заворожен этой красотой. Этот зоомагазин очень-очень большой, очень-очень хороший. С хорошим ассортиментом аквариумов, фильтров. По очень просто фантастическим ценам. Флувал X6 в этом зоомагазине стоит 265 или 270 евро. У нас в Латвии продают по 340 в Риге. Ну, не офигели же у нас вообще, ребята. Просто взять и снимать вот так деньги, то есть простых аквариумистов. Просто с наценкой. Так что едьте в Шауляй, ребят, и покупайте. Не тратьте свои денежки, потому что они и так очень тяжело сейчас даются. А переплачивать умеют и могут. Всегда есть лишние. Хотя я думаю, что лишних сейчас не бывает. Так что едьте сюда. Не рекламирую. Просто совет. Вы можете зайти... Если написать мне, я вам дам адрес этого магазина, вы можете позвонить. Не надо говорить, что от Андрея, не надо говорить, что из Латвии. Вы просто узнаете, сколько стоит, вы получите хорошие цены. Из какой-то рекомендации от меня, но не так, что вы подумали, что типа Андрей вам сказал, я какой-то процент получу. Нет, просто для вас будет хорошая цена, и я буду рад, что вы купите по суперским ценам. На этом, ребят, мы заканчиваем видео со скатами. Рад, что вы смотрите, комментируете, ставите лайки. А я стараюсь показывать и творить для вас эту красоту. Наше небольшое отклонение. Сегодня мы в Юрмале. Вот такая вот у нас шикарная бронзовая черепаха. Пытались ее уже в этом году несколько раз, я так понял, продать. Ну, не находилось богатого-богатого покупателя. Достопримечательность. На улице 25 градусов. Практически никто не купается, несколько человек играет в волейбол, песочек. И наша Балтик Бич гостиница. Мы пару раз там были, ходили в гости, свадьба была. Тут у нас кафешечка хорошая есть, играет музыка всегда. Квартирку можно прикупить, если кому надо, приезжайте в Ригу, покупайте. Ну, наверное, ценник там нереальный, люди сидят, отдыхают. Это правильно. Сегодня пятница. Людей не так много. 2 часа дня. Вот, сейчас подойдем, посмотрим поближе к черепашке. Вот он какой симпатичный, красивый черепашонок. Очень-очень красивый, конечно, красивая работа. И вот визит Юрмала ЛВ.
очки. И какие у нас будут проходить в Юрмале мероприятия. Так что, ребят, добро пожаловать в Юрмалу.